Приветствую вас, дорогие выжившие в игрушке Dead Light. Я знаю, что вам игрушка нравится. Блин, она мне тоже безумно нравится. Вот, поэтому давайте начнем. И знаете что, ребятки, еще? Во-первых, сегодня будем выполнять второстепенные миссии. Первая миссия нужно будет наведаться в аптеку. Дело в том, что какие-то гады изготавливают антезин. Ну, это, так сказать, такой препарат, который борется от вируса зараженного. То есть, если тебя зомби укусил, антезин помогает какое-то время просто справляться с болезнью, так сказать. Делает отсрочку обращения в зомби, можно так выразиться. Вот эти гады просто подделывают этот антезин, а на самом деле он нифига не помогает. Это первое, куда мы с вами пойдем. Второе. Давайте посмотрим задание. Спокойной ночи, Бахир. Это вот это задание. Второе задание будет стрелок. Найдите пистолет для Давуда какого-то. И день матери. Найдите дом Гази. Но мы начнем, конечно же, с Бахира. Нам нужно будет добраться. И перед тем, как мы будем добираться, давайте посмотрим, что у нас тут можно улучшить. У нас 2 очка навыков. Уровень ловкости. Давайте улучшим. Либо захват, либо скольжение. Ну, кстати, блин, я бы и то хотел. Захват, то есть можно будет бросать врагов, которые на тебя нападают. Скольжение можно круто проскальзывать сквозь дыры. Ну, прикольно, блин, и это. Давайте с захвата все-таки начнем. Будем бросать их, проверим. Ну, что же я делаю? Второй навык у нас именно навык силы. Посмотрим, что у нас здесь такое. Есть прочность, есть метание холодного оружия и есть в разброс. Бросать оружие, слушай, ну я не знаю, стоит ли нам бросать оружие, можно же его потерять. Посмотрим насчет этого. Я сначала бы все-таки, наверное, прочность прокачал. Ваше тело становится крепче, может выдержать больше урона. Уровень 4. Давайте его прокачаем. Я думаю, это нам точно пригодится. Ну что ж, let's go выполнять задание. Так, ребята, да, напоследок, у нас же есть крутой крафт. Сейчас мы это сделаем. Смотрите. Идем сюда, в чертежи. Ночной клуб, вот его хотела сделать. Хотите ослепить врага и одновременно оглушить его электричеством? Да нет проблем. В общем, вот это вот оружие, я думаю, оно будет крутое. Электротруба у нас уже есть, а вот ночного клуба не было. Давайте попробуем создать. Да, создаем. Урон плюс 43, неплохо. Офигеть, плюс 43 к урону только нам добавит. Так, а где оно у меня сейчас здесь, да, с собой? Вот он, ночной клуб. Нифига себе, он и поджигает, и электричеством бьет. Крутая вещица. Урон сейчас 71. Офигеть, подожди. А сколько у него... Сколько раз я могу его починить? Это не то. Фу, слава богу, что не то. 3 раза можно его будет починить. Блин, нормально, нормально. Так, этот еще 3 раза. Этот еще 1 раз можно починить. Вот эта штука мне нравится. Она просто с 2 ударов их убивает в зомбаре. Давайте сейчас проверим. Вон тут отшельники ходят. Смотрите. Раз. Два. Все. Блин, ну, сейчас немножко не очень хорошо. Но вообще с 2 раз убивает. Бывает с 1 даже раза. О-о-о! Неожиданно. Вот это было сейчас неожиданно. Ну, сейчас мы их... Смотрите. Блин, промазал. Давай. Раз. Раз. Два. Блин, ну что такое? Вообще с 2 раз. И с 1 раза она убивала. Я, наверное, мажу. Надо в голову им попадать. Блин. Что-то хреново. Они идут и идут на меня. Давайте еще раз проверим. Бауч. Бауч. Вот, голова просто с плеч. Плюс он загорается. Хорошо, теперь давайте проверим. Да вали ты нафиг. У нас тут эксперименты проходят. Так, следующее оружие будет вот оно. Ночной клуб. Проверим. Урон довольно-таки неплохой. 71 урон. Да вали ты нахер, блин! Тварь! Вот ты тварина, блин. Так, ладно. Бауч. Сдохни, блин. Смотри, она еще живая. Так, ну все же, то, наверное, получше оружие будет. Давайте еще раз проверим. Вот, давай, иди сюда. Так, короче, он так сейчас сдохнет. Ладно. Они загораются, блин.
Загораются и умирают. Сами причем. Ладно. Пойдемте. Так, вот еще отшельник идет. Ну-ка, давайте на нем. Бауч. Раз. Бауч. Слушай, ну с двух раз, в принципе, умирает. Если в голову попадать. Да, нормально, с двух раз, ребят. То есть неплохое оружие. Так, бау. Блин, еще попасть надо. Тварь. Надо в голову целиться, иначе хрен вы их убьете. Ладно, все, ребят, побежали выполнять задание. Сейчас нам надо будет добежать до контрольной точки. У нас сегодня много заданий. Три, по крайней мере, мы должны с вами сделать. Блин, не могу так забежать. Мы нашли еще две капсулы с поддельным антезином. Брекер в ярости. Еще бы, как Бахир. Жить будет, но еще 10 минут и... И его не вернешь. Прикрой эту лавочку. Твоя задача номер один. Хорошо. Я так понимаю, вот эта лавочка. О, тут газ, ребят, кажется, да? Блин, подожди. Завали нахер. И ты тоже сваливай. Блин, надо в голову стрелять. Стрелять, блин, бить. То есть я уже, по сути, я уже у цели. Вот, нормально. Это не очень нормально. Короче, все, пошли вы нафиг. Быстро-быстро, вот она лавочка. Так, как я туда попаду? Тихо, проваливай. Попробуем сейчас. Отлично. Он стреляет меня какой-то хренью. А, все, я пришел. Сейчас мы поговорим с ним. Чем я могу помочь? Так, чтобы ухватиться за стул, удерживайте пробел. Я слышал, вы торгуете антезином. Кто сказал? Птичка напела? Еще одна напела, что ты варишь тут дрянь какую-то. Дрянь? Мой состав 50 раз лучше, чем то, что они сбрасывают. Он делает себя здоровее, придает силу, невероятную скорость и лазерные глаза. Я могу сжечь тебя взглядом, если захочешь. Он псих. Все, цирк закончен. Да? Юсуф сказал, что ты попробуешь мне помешать. Юсуф был прав. Тогда ты труп. О, что, драка началась? Ой, еще ножом стреляют. Пошли нахер. Так, ладно. А как вам так? Такой расклад? Тихо, тихо, тихо. Что-то не помогло это. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Бежим, бежим, бежим. Давай, наступай. Иди сюда. Оружие, блин, неисправно. Ладно. Давайте по одному только. У меня был навык, чтобы я мог бросать. Вот зря я его не воспользовался им. Я смогу тебя схватить? Ох ты, гребаная хрень. Я не успевал просто подсказки читать. Да вырубись ты уже. Так, один готов. Уходим, уходим, уходим. Так, еще один готов. Сколько их осталось там? А, еще один наверху. Хорошо. Как схватить-то его? А, вот. Все понятно.
Зря этот навык, ну, выучил, который... Блин. А, вот, ну все, я понял, как это делается. Надеюсь, ты сдох. У меня аптек нифига нету. Это хреново, конечно. Я уже все аптеки использовал. Люди намного сложнее, чем зомби, я вам скажу. Тихо. Он еще отбивается, блин. Давай. Кажется, с ними покончено. Фу, это было нелегко было. Лина, это Крейн. Зона разблокирована. Все, лаборатория их она. Нету ее больше. I'm fine, but Yusuf tipped him off that I was coming. I was afraid of that. Brecken was going to lock him up, but he'd already slipped out. Сбежал? Now if he comes back, I'm gonna have a word with him. Я вернусь с ним поговорю, если Бахир не опередит. Так, дали довольно-таки хорошо опыта. Посмотрим, может быть, отсюда что-то можно забрать. Жава, французский ключ. Давайте заберем, пригодится. Так, смотрим, что еще тут полезного. Ну, инструменты, конечно, стоит их забрать. В крайнем случае, их можно разбирать. Я раньше играл и даже этого не знал, не разбирал никогда оружие. Я их либо выкидывал, либо продавал. Их можно еще и... Да, что ты делаешь? Чем ты как обезьянка лезешь? Вот тут есть газовая труба, вот ее стоит взять. Фу, я рад, что теперь это безопасная зона. Так, вот еще ключ, отлично. Нормально. Ну все, больше тут, видимо, ничего нет. А, вот что-то внизу еще. Что-то там внизу. Приемник. Аптека. Вот аптека — это хорошо. Марли, только марли. Но мы можем создать аптеки. Тут можно выспаться. Записка. Одежда, вот, кстати, можно будет переодеться. О, вот это мне нравится. Давайте вот в это переоденемся, прикольно. Окей, правда, я себя все равно не вижу. Тут есть что-нибудь еще? 5 марли? О, нифига себе, очень много марли. Мы можем скрафтить аптеку. Давайте быстренько это сделаем. Так, идем сюда, идем в чертежи и ищем аптеку. Вот, 7 аптек можно сделать. Нужна марля и алкоголь. Так что, ребята, алкоголь не продавайте, нужен алкоголь. Так, и создаем, да? Нормально. Штуки 3-то по-любому сделаем, давайте. Много не будем. Взрыв пакета можно сделать, коктейль Молотова. Кстати, давайте сделаем коктейль Молотова, почему бы нет? Отлично. Хотя бы одну. Ну как, тут что? О, отлично, алкоголь. Ну, я не в том плане, что его пить. То, что делать аптеки. Да сколько тут марли, сколько я уже, блин, тут насобирал. Ну, это здорово, конечно. Так, все, выходим. Теперь нам нужно связаться с ВГМ. И куда нам идти? А, по заданию, подожди, нет, задание другое теперь будет. Теперь День Матери. Найдите дом Гази. Как он, как далеко он, интересно. Так, посмотрим. Неужели он так далеко? Слушай, он довольно-таки далековато. Ну что ж, если быстро пойдем, то успеем. Let's go, побежали, ребят. Я думаю, мы это пропустим. Как я тут бегу. И убегаю от этих сволочей. Так, в общем, задание найти дом Гэзи. Брекен получил ранение в голову, и теперь у него припадки. Ему нужно лечение, но все подходящие препараты в городе закончились. Лена рассказала мне о человеке по имени Гази. Он слегка тронутый. Он накопил кучу лекарств от припадков для своей больной матери, а она умерла несколько лет назад. Жесть просто. Так, выдано Леной место трущобы. Сложность нормальная. Получите много опыта и бабки, и чемпион. Подожди, чемпион — это чертеж чемпиона. Прикольно. Это простые, я так понимаю, модификации. Это, ну, как всегда, зеленые такие средненькие. Это уже редкие и хорошие. А фиолетовые — это мега крутые. Вот фиолетовую нам нужна модификация. Ух ты, нифига себе. Здоровяк. Офигеть. Слушай, ну его так просто не победишь.
здоровяка. Коктейль Молотова, я не знаю, подействовать нет на него? Давайте попробуем. Ну, блин, он, мы его нифига, короче, с ним ничего не сделали. Давай-давай. Нормально. Блин, с ним очень сложно. Промазал. Давай-давай. Он рукой отмахивается. Ха-ха. Попался. Так, нужно выносливость немножко накопить. Давай, иди сюда. А, вот это было больно уже. Вот это уже было больно. Давайте перевяжемся. Может, ну его нафиг бросим, а? Его так просто не победишь. То есть по удару надо бить. Да как же его победить-то? Он еще и топает. Давай, иди сюда. Офигеть. Вот нафига я это делал? Так, хорошо. Будешь меня бить? Так, а если я возьму другой крошитель? Ты сдох? Он сдох, ребят! Офигеть! Тяжелая арматурина. Нифига себе! Вот это жесть! И денег у него довольно-таки много. Так, а чё, давайте возьмем, попробуем. Тяжелая арматурина. Нифига себе! Ну, у неё мега крутой, конечно, удар будет. Попробуем. А давайте прямо сейчас, наверное, испытаем. Вот, допустим, на тебе. Просто с одного удара. Это скотина. Пошла в жопу. Вот это жесть! Это реально очень круто. Пошла нафиг. С одного удара просто всех вырубает. Слушай, ну круто. Починить, я так понимаю, нельзя. Может, есть какая-то, по-любому же есть какая-то модификация на арматурину. Будет здорово. Ну, пригодится, я думаю, она нам. Пока что оставим ее у себя. Так, и дом матери нам надо будет туда попасть. Так, ну, конечно, интересный момент я вам буду показывать. Смотрите, я сейчас зашел в безопасную зону. Что они делают? Побрякушку повешали, блин, из зомбарей. Офигеть. Жестоко. Просто головы, бошки зомбарей тут висят. Тут они что-то разделают, плюс еще крыса тут. Просто и свечка, я не знаю. Вы какие-то просто, блин, ненормальные люди. А, тут я точно отдыхать не буду. Какая-то статуэтка. Фигурка зомби взяли, прикольно. Для коллекции. Так, короче, я пока в какой-то зоне. Ее тоже можно сделать безопасной, если ее зачистить. Давайте этим и займемся. Это легко делается. А, вот, кстати, очень хорошо действует почему-то. Почему раньше так не действовал? Пошел нахер. Нифига себе, она горит и до сих пор идет на меня. Свали нахер. А, вон она горелая. Да проваливай ты, блин. Слушай, ну что-то так себе, мне вот предыдущая нравилась больше. Давайте, я ее все равно больше не починю. Я думаю, стоит ее разобрать, короче, вот этот ночной клуб. Придется разобрать. Печально, конечно. Мы лучше сюда газовый возьмем ключ. Отлично. И вот эта штука, конечно, классная. Печально будет, когда она пропадет. Алкоголь.
Вот, смотрите, как ударит. Отлично, все, два раза и его нету. Так, нормально. Конкретно с двух раз убивает. Так, а что нам тут надо сделать? Так, вот он, бар. Нужно как-то зачистить, да? Там еще статуэтка, нифига себе. Сразу не заметишь. Так, если посмотреть, да, вот, безопасная зона. А, безопасная зона будет конкретно вот здесь, что ли? Ну, что-то это совсем не безопасная зона. Ей еще далеко будет до безопасной. Но вообще, вот, видимо, вот в этом баре можно переночевать, да? А, мы ее не включили, все понятно. Сейчас она будет безопасна. Нужно зачистить зону и включить электричество. Так. Че еще? Так, теперь она безопасная. Ворота-то почему-то не закрылись. Че я должен еще сделать? А, закрыть ворота надо. Все, теперь она будет безопасна. Да, наконец-таки. Плюс 2000 нам дали. Фу, научились. Повышение уровня выживаемости. Вот это мне нравится, да, вот это отлично. Теперь можем тут тоже переночевать. Вот она. Зона наша. Давайте посмотрим, что у нас по навыкам. Можем уже изучить уровень выживаемости. Давайте подумаем, что нам тут нужно. Вот тут все, конечно, интересно. Сюрикены можно создавать. Научитесь создавать сюрикены с тремя дополнительными эффектами. Замораживающим, горящим и взрывным. Плюс. Научитесь лучше торговать. Цены в магазинах ниже на 10%. А можно научиться изготавливать усилители из растений. Вы можете сражаться без устали, бегать быстрее, лучше видеть в темноте. Или станете более стойким к ударам. В принципе, растения бы тоже нам пригодились. Я даже не знаю, что правда лучше тут. Давайте вот это все-таки изучим. Нам пригодится, потому что будут скоро сложные миссии. И нам желательно сделать что-нибудь, особенно на боссах. Что-нибудь, прям стойкость какую-нибудь или еще. То, что нам поможет. Вот тут тоже, я считаю, что пора нам все-таки знаток боя улучшать. После знатока боя мы можем тут новые ветки. По разным веткам развиваться. Можно, конечно, уровень новичок прокачивать. Ну, блин, я думаю, это подождет. Все-таки знаток боя сейчас как раз бы подошло. Вы лучше сражаетесь, у вас увеличивается выносливость и появляются новые боевые способности. Давайте изучим. Отлично. Так-то лучше. 169 метров. Самое главное, вот это нам преодолеть. Тут дофига самбарей. Постараюсь быстро это сделать. О, боже мой. Тут их дофига, тут реально их дофига. Так, нормально. По машинам. Сколько там метров? Мы почти у цели, вот, 50 метров. Отлично. Все, ребят, мы пришли. О, подожди. Найдите дом Гази. А, тут несколько вариантов нам дают. Гази, ты там? Нет, Гази тут нету. Хорошо. Хорошо. Еще два дома. Скорее всего, он будет в последнем доме, как всегда. Ну-ка, здесь. Гази. Есть кто дома? Тут его тоже нету. Остался последний. О! Nobody happy. Провали отсюда. Если маме плохо, то все плохо. У нас одинаковые имена. Ты из видеопроката? Нет, мое имя Крейн. Крейн рифмуется с бассейн, Хусейн, Портвейн, Глитвейн, Кротшейн, Эйнштейн и прочее. Так он рэпер, блин? Нет, ни в коем случае, исключено. У нас с мамой сегодня праздник.
День матери — это самый важный день на всем белом свете. Ты из видеопроката? Он опять забыл. Почему из видеопроката? Потому что ты должен был принести мне фильм про меня. Называется «Чарли». Этот фильм обо мне и о том, какой я умный. Гази, если я принесу фильм, ты позволишь мне войти? Конечно, посмотри его все втроем. Сегодня день матери, если маме плохо, то всем плохо. Да, еще одна. Она хочет конфет, мама любит шоколад. Погоди, это уже перебор. Не спорь с Гази, это бесполезно. Так в аптеке говорят. Еще и конфеты. Так, подожди. И куда теперь? Раздобудь особые шоколадные конфеты для мамы, доставь фильм «Чарли» для Гази. Блин, как далеко это находится, интересно? Ну, в принципе, не так уж далеко, я думаю, мы добежим. О, ребят, тут нужна помощь. Так, хорошо. О, мне дали награду. Так. Интересно. Ну, я уже пришел, ребят. Награду какой-то чертеж, по-моему, да? Подсказка. У вас есть улучшение для оружия. Выберите оружие, нажмите F, чтобы улучшить его. Как это так улучшить? Так, а где чертежи? Он мне что-то тут, по-моему, дал, да? Или я ошибаюсь? Я думал, какую-то модификацию дал. Электротруба. Плюс 5 нам даст. Не будем. Не будем пока прокачивать. Так, ну-ка. Надо как-то сюда попасть. Блин. Мы сейчас его не убьем так просто. У нас сломалось оружие. Какой-то особо крепкий, смотрите. А ты сдохнешь, нет? Полицейская дубинка. Да подбери ты уже. Так. О, новый вид зомби. Кстати, я знаю, как их убивать, смотрите. Идешь вот так. А... Подожди, к ним вообще не стоило подходить. Так, в общем, ребят, вот сюда идем. Тут какой-то магазин, надо туда попасть. Возможно, там будут конфеты. А вот к этим гадам желтым лучше не подходить. Вон они там тусуются. Надо в них издалека стрелять из пистолета. Что-то я свои силы немножко переоценил. Как-то же можно туда вниз попасть? А, вот, наверное, на балкон. Вот так. Отсюда тоже не заберешься. Как мне попасть в это здание? Тут же должна быть дверь. Ну-ка, вот какая-то красная дверь. Отлично. Только не говорите, что закрыта она. Она закрыта, ребят. Как я туда попаду? Проблемка, кажется, у нас. А, взломать можно. Давай быстрее. Отлично. Закрыть за собой дверь. Вашу мать, только не сейчас. Сигнализация сработала. Надо отключить, да? А, сейчас бегутся сюда все. Так, подожди, что мне делать? Так я ошибся дверью или нет? А, вот он, фильм. Видеокассета. Я нашел. Я нашел то, что нам нужно. А, вот, я могу открыть. Через задний ход пройдем. Нормально. Так. А тут я, наверное, конфеты найду. Тоже закрыто. Тоже закрыто. Блин. Я думаю, через верх надо.
Попробуем залезть. Давай залази. Отлично. Блин, а почему эта дверь закрыта? Еще выше, что ли, залазить? Ладно. По-любому надо будет наверх сейчас залезть. Давай, 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 давай. Вот это очень хорошо. Что у нас тут такое? Это просто радио. Ладно, вот тут что-то должно быть интересное. Вроде нормально уже стал взламывать. Еще пониже. Ну, повыше. Так-то лучше. Так, молоток. Кофе. Кофе можно будет продать. А, и как я попаду туда, скажите мне? Через балкон, что ли? Балкон не катит. Блин, а там зомбарей уже дофига. Как же я не люблю их. Ну-ка, вот так, может быть? Тут, короче, везде закрыто. Я не знаю, что делать. Нам по-любому нужно туда. Так, кыш-кыш-кыш. Потом можно будет перепрыгивать через зомби. Будет очень здорово. Ну-ка. Да, свалите нахер. Как я пройду? Как я туда попаду? Вообще не понимаю. Мы уже вверх смотрели, я не могу через вверх попасть. Блин. Во-первых, тут скопилось. Блин, я от них всех не отобьюсь. Пошел в жопу. Хорошо, давайте вот этой здоровой махины. Ух ты ж, елки-палки. Да сколько же вас тут? Проваливай нахер, придурок. Можно сразу двоих бить. Это круто. Так я понимаю, так очень здорово. Офигеть. Че, еще хочешь? Слушай, классная вещица. Почему я раньше ее не использовал? Все, может быть, хватит, а? Ладно, я пока обыщу. Так, все, я понял, ребят, вот. Как мы пойдем через гараж. Давай. Вот так-то лучше. Закрыть нельзя его. Тут еще кто-то, какой-то хрен тусуется. Получай, сволочь. Да сдохни ты уже. Отлично. Касса. 104 бакса. Так, а что у нас здесь? Ты, придурок, свали отсюда нахер. Так. Конфеты, вот, отлично. Все, ребят. И дофига кофе, нифига себе. Вот это я понимаю, куш. 4 пачки кофе, это 400 баксов. Нифига себе, 6 пачек кофе. 7, 8, 9. 1000 баксов, ребят, это просто 1000 баксов. Мы сейчас с вами нашли. Вот это я не зря задание выбрал. То есть помимо того, что нам за это задание дадут 500 баксов, мы еще кофе набрали на 1000 баксов. Надо все-таки сделать скидку 10%, ребят, на покупку. Потому что мы, я думаю, мы будем чаще сейчас покупать. У торговцев, я думаю, стоит покупать всякие ништяки, чтобы сильно не лутать много. Так, ладно, посмотрим. Теперь возвращаемся назад. Нам нужно вернуть эти конфеты. Ну, в принципе, довольно-таки легкое здание. Думал, будет сложнее. Ой-ой-ой, что-то нашли интересное. Так, бечевка. Хорошо. Все, вернемся. Я думаю, мы это задание уже выполним. Так, ну все, ребят, почти дошли. Теперь надо как-то вниз туда попасть. Отлично. Фу, быстро мы. Немножко дверью ошиблись. Так, вот здесь он живет. Отлично.
Гази, да? Я принес фильмы конфеты. Подожди, я покажу маме. Гази снова победил. Браво, Гази. Не проще было так зайти? Через крышу полезет. Да что? А зачем я тогда брал конфеты и фильмы? Офигеть. Теперь как-то надо залезть. Как мы это сделаем? Так, какой лучший способ? Так я, наверное, не смогу залезть, да? Так, просто не залезешь сюда. Нет. Не за что хватиться. То есть конкретно полезем через верх. А по дереву нельзя? Вот, нам надо сюда залезть. Отсюда мы спрыгнем на этот дом. Осталось только найти лестницу. Так, тут же по-любому должна быть лестница быть. Я очень сильно на это надеюсь. Другой вариант через мост. Блин, это очень опасно. Слушай, ну не знаю, отсюда я, наверное, навряд ли запрыгну. О, кстати, получилось. А я думал, не получится. Ну-ка, теперь давайте взломаем. Что там что-то ценное будет? Да блин. Надо уже отмычки накрафтить. Так-то лучше. Так, надеюсь, я сюда попаду, так будет проще, конечно. Можно было через верх, но раз мы попали, то почему бы... Почему бы нам отсюда не залезть? Так, ну да, вот он, его дом. И как я через крышу... Подожди, как я через... А, вот! Нет. Не вот. Все, понятно. Мы пробрались домой. Взять лекарства и припасы какие-то. Хорошо, мы уже дома. Давайте искать. Кофе, это очень хорошо. Вообще, я ни капельки не жалею, что взялся за это задание. Записка. Вот это его мама! Вот, ребят, мама, офигеть. Ты серьезно? Ты вообще свихнулся на голову. Это просто жесть. Давайте посмотрим, что у нас тут такое. О, все. Транквилизатор у нас теперь есть. Отлично. Больше нам, наверное, ничего не надо. Только с ним поговорим. Она рада? Мама очень рада. Гази принес ей кофе и фильм. А, конфеты и фильм. Тогда я возьму немного лекарств для своего друга. Ну ладно, голова мамы превратилась в тыкву. У нее больше нет припадков, лекарства на столе. Спасибо, Гази. Гази приносит счастье. Теперь нужно лекарство Лене отнести. Блин, это очень долго. Бежать. Сейчас нужно будет. Вы, конечно, это пропустите. А вот мне придется пробежаться. Пока бежал, короче, нашел еще одну зону. Давайте ее очистим. Фига тут крови. Просто лужи крови. И много зомбарей. Надо закрыть первым делом. Как-то лучше, чтобы другие не зашли. Потом включим электричество, и все у нас будет хорошо. Видите, другие уже подошли. Раздохни, что уже нет. Отлично. Так, нормально, ребят. Все. Еще одна зона наша, плюс 1000 опыта. Все просто идеально, ребят. Там этот гребаный здоровяк, я с ним больше связываться не буду. Помните, да, что было? Все оружие на него израсходовал. Тут, я думаю, можно добежать. Тут нужно очень-очень-очень много бегать. Да пошел ты нафиг. Так, что там? 100 метров, буквально 100 метров. Окей.
Нормально. Все любят игры про зомби. Так, вот тот самый мостик. И все, ребят, дошли. Вход в мой домик. Все, новая безопасная зона. Отлично. Я уже залезть не могу. Так, что там есть для меня интересно? Этого чувака. Блин, всего лишь молот, гвоздодер. Ну ладно, хоть что-то. Так, лифт. Я принес лекарство для Брекена. Надеюсь, ему станет лучше. Удивительно, как Гази удается выжить в городе. Видимо, нужно просто знать предел своих возможностей. Кажется, Брекен его не так знает. Надеюсь, хоть я не ошибаюсь. Два, ребят, два дополнительных задания мы выполнили. Просто, я думаю, будет слишком много. По времени займет у нас третье выполнить задание. То, что третье, если что, в другой серии мы с вами выполним. А пока что, подожди, вниз нам надо, да, я так понимаю? Да, вот. Вот она, аптека. Вот она, Лена. Я достал лекарство от припадка. Спасибо, как там поживает Гази? Он может и чокнуть, но хорошо умеет добиваться своего. Видел его маму? Да, неплохо выглядит. Если мама плохо, то всем плохо. Если маме плохо, всем плохо. Да, кстати, Брекен попросил передать тебе вот это. С благодарностью. Так, что мне дали? Награда чемпион. А, вот, все, мы забрали эту награду. Ну, давайте посмотрим, что же чемпион. Чертежи. Блин, а где это чемпион-то? Инвентарь. Чемпион. Чемпион улучшает все показатели оружия. Первый уровень. Выберите в инвентаре оружие, нажмите F6, чтобы улучшить его. Джаггернат увеличивает скорость службы холодного оружия. Улучшение оружия. Вот как улучшать оружие. Понятно, понятно теперь. Улучшает все показатели оружия первый уровень. Выберите в инвентаре оружие и нажмите F6, чтобы улучшить его. Посмотрим. Посмотрим. Только нам надо что-нибудь прям мега крутое, чтобы было. Я думаю, если улучшать оружие, то в принципе вот самое лучшее пока что это крошитель. Просто офигеваю от него. А урон у него... А уже урона 0. Так, ну ладно. А улучшать, наверное, смысла нету. Только утилизировать, потому что прочность совсем уже израсходовалась. Ну ладно, что-нибудь придумаем, ребятки. С вами был канал AlexPlay. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. И дальше будет еще интереснее. По заданию, смотрите, что у нас по заданию. Побочное задание «Стрелок». Давуд, один из обитателей башни, хочет вывести свою семью из трущоб. Ему нужен пистолет, чтобы выбраться наружу. В награду он обещал мне ключ от своего ломбарда. Сделка вроде бы выгодная. Это уже будет в следующем серии. И также в следующей серии у нас будет воздушный груз. И потом будет вообще круто. Всем до скорого, пока-пока.